Ты же знаешь все, Соловка? Я уже говорю в объектив, да? Да. Вот, да. Работаем. Вот. Соловка, даже сам батюшка не знает, что такое Соловки. Ибо он родился позже, когда были Соловки. А когда были Соловки, и вот я до сих пор не знаю, тюрьма это или святое место. Потому что на каждом я хруст костей слышу. Представляешь, 23-го отметил февраля. Очень трезвый и нормальный. И вот, и это кошмар. Потому что 22-го напился, твоя мать. И водка кончилась, вот. А у меня всегда, когда праздник, у меня водка кончается. Вот. И всегда я трезвый. Переводится на язык русский. А что же ты, Иглесиус? Энрике молодой сопляк. Вообще-то я даже с ним не встречался. Очень удивительно. Почему Иглесиус Энрике со мной не встречался? Хотя эта земля святая, он должен был сюда приехать и встретиться. Вот, именно со мной. Да, и ничего такого.